лодке, всем привет. Как мне слышно, видно? Поставьте на десятибалльной шкале звук тихо, да? То есть прибавлю. Где-то у меня как-то это. Громко как будто бы. А так? Так лучше? Если нет? Ага. Все, хорошо. У нас по средам традиционный семинар по красоте, по продукции компании. Сегодня немножко себе расскажу. Меня зовут Лена Лукоянова, я менеджер 15%, мама в декрете, двое детишек у меня. И расскажу, как я полюбила косметику нашей компании, замечательную продукцию. То есть, чем бы я ни пользовалась, все нравится. Тот магазин, даже мысли нет идти. Вот, по ходу дела задавайте мне вопросы. У нас сейчас как раз идет каталог, именно посвященный 8 марта. То есть там столько акций на девочек именно, набор, косметики, именно акцентрированное внимание на девочек, на подарки своим близким. И вот я хочу рассказать о том, на что я обратила внимание, что я себе точно возьму. У меня, к сожалению, да, у меня, к сожалению, нету в наличии ничего, поэтому я сегодня просто по скринам пройдусь, по скринам каталога. Продукция мне придет только в пятницу, поэтому, ага, поэтому сегодня так пока проведем. Ну вот первое, о чем, что я... Кстати, в этот раз, когда я вышла на 15%, у меня моя зарплата составила 8600, я сказала, что я возьму без всяких сомнений сделать такой классный набор коллаген. Ага, еще прибавлю. А так лучше? Юр. У меня сейчас на самую громкость прям микрофон. Ага, ну, Юль, может у себя прибавь верхний, где звук. Вот, то есть, когда я пришла в компанию, я на этот наборчик смотрела и думала, когда-нибудь я на него заработаю. 2879, это наша цена, по каталогу 3599. Вырвать из семейного бюджета такую цифру как бы сложно. Ну, ага. Ну, сейчас я могу себе позволить его взять. Поэтому я решила его в этот раз непременно себе заказать. И вот если эти средства, например, брать по отдельности, даже если они вот по скидкам идут в каталоге, вот в прошлом каталоге они были там от 600 рублей, например, одна баночка, все равно выходит гораздо дороже, чем брать набор. Набор выходит 3600. Если мы себе берем набор, то почти 2900. Вот. Еще такой момент. Если вы в премьере, вы берете себе, например, за 2879 наборчик, сразу получаете 100 баллов. И если вы в премьере, вам еще отсюда 12% вернется. То есть он, в принципе, за 2500 нам выйдет, если это все так рассчитать. Персонально, со всеми нашими скидками, то есть вообще супер. Вот немножечко хочу рассказать, почему я на нем вот остановилась. Так вообще серия идет на 35 плюс возраст, мне 30 лет. Я, да, я думаю, что тоже он супер. Буду потом с впечатлением делиться, когда уже буду пользоваться. Вот, и он у нас идет 35 плюс возраст, но я решила, я сначала думала, что трудновато для меня, но когда я услышала отзыв Анны Салимовой, то есть она говорит, мне 30 лет, я себе взяла, попользовалась, все супер круто, то я решила, что я его в любом случае тогда себе возьму. О, Даша, здорово. Вот у меня, значит, Даша выступит. Отлично. Вот, и он уникальная вообще серия. У нас все видели, как Лили Донского выглядит?
Лили пользуется коллагеном серии. Вот, серия коллаген вообще уникальная. Она в 2013 году ее доработали, то есть компания ее доработала и усовершенствовала. То есть раньше она содержала кислоты, сейчас нет. Сейчас экстракт стволовых клеток растений смеси посленовых стимулирует синтез естественного коллагена выработки на 200%. То есть вообще этот экстракт заставляет работать наши родные клеточки кожи, наш естественный процесс стимулирует аж на 200%, и вообще потрясающий лифтинг получается, эффект такой вот лифтинга необыкновенный. Потом в составе крема есть трипептид комплекс, это трехмерное воздействие на морщинки, то есть это вообще тройное воздействие на глубину, ширину и длину морщинок, то есть насколько это все должно сократиться. Эта технология запатентована компанией Oriflame. Это вообще как бы фишка компании Oriflame в разработке. Это комбинация нейтральных пептидов, которые стимулируют выработку кожи тоже собственного коллагена. А с первого раза же эффект здорово. Нет, он, Свет, он же постоянно... Постоянно, по-моему. Всегда можно заказать набор. То есть там же брошюрка у нас есть, и коллаген на Вэдж, они всегда, по-моему, в наличии есть в наборе. Да, да, он всегда есть набором. Это вот акционные отдельные бывают, например, сегодня сыворотка по акции, это вот в каталогах. А так наборчиком, в принципе, даже когда берешь отдельные баночки по скидке, выходит дороже, чем если набором взять. Я тоже сначала думала, сегодня возьму сыворотку, потом возьму дневной крем, потом еще что-то. Код набора, сейчас, секунду. Если кто-то опередит, а так я записываю, сейчас, секунду. Так. Сейчас найти не могу, девчонки. Кто посмотрит код набора, кого под рукой? Если что, в конце в чате скину. Ага, спасибо, Олесь. Ну вот, поэтому я на первом месте у меня коллаген. Я его себе обязательно закажу. И следующий момент. Будем за собой ухаживать в комплексе правильно. Будем сиять, блистать. И следующий момент, на который тоже хочу все, чтобы обратили внимание, Skin Pro. Это вообще чудо-аппарат. Я на него, если честно, внимания не обращала. После видео Лили я прям загорелась. Я, Аля тоже Рубцова загорелась уже. Пришел ей вчера, но он в восторге. Говорит, крутой аппаратик. И что самое интересное, то что по каталогу цена 2500, нам за 2, да, она идет. Идет этот аппаратик. Плюс там в подарок пеночка для умывания. Тоже, в принципе, она стоит 300 рублей в среднем. Вот если клиентам брать, это тоже выгодно, потому что в других фирмах и в магазинах такой аппарат стоит намного дороже. То есть у нас, в принципе, выгодно взять его. Вот, но для участников премьера это вообще мега-бомба. Девочки, у кого есть 50% скидка по премьеру, тратьте смело на это чудо техники. Со скидкой 50% он выходит 999 рублей. Это вообще сказка. Да. Но на набор не распространяется. Я про скин просто сейчас, Лиль. На набор жалко, что не распространяется. Так тоже было бы круто. Скидка, да, скидка распространяется на продукт, который вообще у нас выгоднее всего без акции брать. Вот. Вот в данный момент скин про... Я до этого всегда Омегу ребенку брала. В этот раз я решила скин про взять с такой невероятной скидкой. И 28 баллов он дает, да. Если без скидки брать, 56 даем баллов. Вот, про Skin Pro немножечко расскажу, что он дает. Он, во-первых, он усовершенствует, процесс очищения усовершенствует. То есть, что мы просто кишку мылись, а тут мы проходим этим аппаратиком в течение минуты. Эффект это вообще, вернее, очищение, это вообще самый важный этап на... По уходу за собой в уходе комплексно. Эффект заметный
сужение пор, улучшение структуры кожи, улучшается тон кожи, выравнивается, и кожа становится более свежей. То есть у кого есть склонность к прыщикам, то есть это все должно пропасть, поры должны сузиться, и в составе этого замечательного аппаратика уже есть две насадки для нормальной чувствительной кожи, есть подставочка, есть батарейки, дорожный чехольчик и здорово, классно. Ну, я надеюсь, мы сейчас тоже начнем им пользоваться, тоже забудем о всяких проблемах, с этим связанных, потому что иногда бывает. Вот, и он работает на таймере, то есть мы его включаем, и он через минутку сам выключается. За минутку как раз мы очищаем, наносим средство очищающее на лицо и аппаратиком проходим по массажным линиям. Вот. Это второй момент, который я очень-очень хотела. И вот я себе возьму его обязательно. Так, следующий, дальше идем. Следующий наш. Вот такую вещь тоже я себе закажу. Это средство для снятия водостойкой косметики с глаз. Она очень щадящая. И очень хорошо снимает тушь с ресничек и не травмирует наши глазки. То есть глаз не надо тереть там каким-то молочком или еще чем-то. Вот это вообще прям вообще классная вещь. Лили рекомендовала. Да, набор очень выгоден. Я тоже посмотрела, то что одно средство там 300 с чем-то рублей стоит, а тут наборчик за 500, если клиент с 50% скидкой. Нам же он выходит, вообще разница там 100 рублей, 130, 120. Вот. С кондиционером для бровей и ресниц очень выгодно. То есть как раз очистили и нанесли кондиционер на реснички, на бровки, на ночь. Да, и как подарок вообще отличный вариант подружку побаловать, например, или сестренку. Вот, такой наборчик я себе тоже обязательно выпишу. Буду потом вам хвалилки в чате скидывать, фотографии. Здорово ли. Вот и всех будем наблюдать на себе. И еще я взяла себе краску, но не в этом каталоге, а в прошлом. И все, что как-то мне одни руки не доходили вчера. Вчера наконец-то покрасили меня. Вот смотрите, какой у меня цвет. Я брала интенсивно-коричневый. В домашних условиях вообще без проблем покрасили. Правда, меня Аля красила. Я не сама. Вот. Но краска такая по ощущениям вообще классная. Я до этого пользовалась, я сейчас впервые вот попользовалась нашей краской. До этого я пользовалась, обычно покупала щадящие. Да, спасибо, Лили. Ну, я до этого вся смывшаяся была у меня краска. Два месяца я не красилась. Я до этого красками для тонирования пользовалась. Они вообще смываются там за 20, наверное, ну, за 20 раз помою голову, и все, краска слезла. Ну, я уж с теми побуждениями, чтобы щадить волосы. Ну, в принципе, наша краска тоже вообще классная, мне понравилась. Волосы мягкие, цвет вообще суперский. Мне очень понравился. И, то есть, я сейчас тоже буду пользоваться только нашими красками. Может быть, другой оттенок попробую в другой раз. Да, они мягкие, даже до того, как я нанесла бальзам, в принципе, обычно после краски у них какие-то жесткие волосы, вообще нормально. Мне понравилось, всем рекомендую. И по отзывам краска очень стойкая, интенсивная, у кого есть проблемы с сединой, то есть все 100%, все недостатки она убирает. Волосы блестят и, в общем, все супер. Пользуйтесь нашими красками, девчонки. В магазин не ходите. Следующий момент, я хочу себе взять мут для укладки волос, то есть сейчас он у нас тоже идет такой классный. Наша цена всего 215 рублей, то есть это вообще ни о чем, 200 рублей за мут, тем более, что его хватит надолго. И эта серия у нас идет профессиональная, то есть он не уступит ничему, а может быть даже и намного лучше,
Ну, Лили, у меня тоже вылезают уже на челке, бывает, 1-2 волоска. А так я, конечно, до этого красилась исключительно, чтобы быть поярче, а сейчас уже как будто бы надо. Не только для этого. Вот, обратите внимание, здесь у нас мусс-лак по одной цене идет. И шапки, спрей-кондиционер тоже по акции. То есть можно сформировать наборчик подарочный спокойно. Так, идем дальше. Дальше, вот это вот, девочки, знаете, гель интимной гигиены, это вообще нужно хватать с запасом. Такой цены, как 99 рублей по каталогу, 60% скидка, он обычно вообще там 2 там стоит. Такой цены, наверное, будет, ну вообще, не скоро какая будет цена еще, нас побалуют такими ценами. Поэтому нужно вообще, я пробовала вот первый и последний сейчас пользуюсь, эту соломинку еще не пробовала, но я сейчас вообще планирую себе взять просто, даже за 79 рублей. Это вообще, это, ну, такая цена шикарная, хватает на 3 месяца вот лично мне. Я пользуюсь утром и вечером, на 3 месяца мне хватило вот предыдущего геля. Вообще круто, он такой еще... такой не маленький, то есть даже на подарок подарить, вложить в подарок вообще идеально. Нигде мы не найдем такие цены, Олесь. Вообще классно. Я тоже планирую взять все виды, и не по одному даже. Если, и тем более, что наверняка на третьей неделе каталога их уже на складе не будет, это 100%. Или может быть будет там, не знаю, из трех один какой-нибудь. Поэтому нужно сейчас уже вот на этой неделе максимум все заказывать. Как у нас было с наборами кружева, то есть я тоже 10 штук себе взяла на первом деле, то потом клиент спрашивал, я их спокойно своих запасов отдавала. Так же и с этими делями точно так же можно сделать. Да, шикарная цена. Он был по 120 рублей недавно, и то как бы было очень дешево, а тут вообще за 99. Так что берите все, не раздумывайте, все виды, как минимум. Вот, идем дальше. Еще у нас невероятная такая акция в преддверии 8 марта. Вот эти вот, например, румяна в шариках, это вообще легендарная ручная работа, запеченная, и пудра новинка. Пудра, она как хайлайтер, подчеркнет, оно как сияние изнутри подчеркнет все наши достоинства, маскирует недостатки благодаря своим цветным шарикам. Просто обратите внимание на цену, 399 рублей всего при покупке на 100 рублей. То есть если у вас, например, клиент берет за 400 рублей эти румяна или пудру, на 100 рублей, то есть ваш заказ будет как минимум на 500 рублей. Это очень привлекательно. То есть в любом случае еще что-то нужно будет человеку за 100 рублей купить. А наша цена 319 рублей у этих румян и у этой пудры. Но я вот сегодня уже пыталась накидать в корзинку, и вот этих вот розовеньких, которые третьи идут, уже нет на складе. Остальные пока есть. Ну, они, конечно, резервируются, но хочется же сейчас, перед праздником. То есть, не знаю, подвезут, брать ли что-то взамен. Или резервируются, я пока в раздумьях, но, в общем, уже склады пустеют. Я вот не ожидала, что на первой неделе их уже не будет. Остальное все пока есть. И обратите внимание на вот эту помаду «Икона стиля». Она вообще очень дорогая, Giordani Abutin Dot. В этом каталоге она у нас идет 449 рублей. И в подарок еще идет карандаш. Это вообще, девочки, за 450 рублей карандаш и крутая помада, это вообще круто. Вообще, тоже все, кто давно хотел, у меня подружка говорит, я на нее смотрю, ну пусть хотя бы будет за 300, я говорю, но уже дешевле вот не будет. 450 рублей – это вообще потолок для этой помады. Если она так обычно, наверное, так, 170 она обычно стоит. Но тут еще плюс карандаш вообще выгодно. И даже, как тоже, как вариант подарка, помаду и карандаш уже две вещи подарить. Как-то прям так хорошо. И она по текстуре очень хорошая. Я вот пробник мы пробовали. Он вообще шикарный просто.
Оригинальная помада еще лучше, наверняка. Да, да. Какой цвет тебе заказываешь? Вот, Юль, как раз вот эти жемчужные розы, как раз вот этого цвета уже на складе у нас нет. Я тоже его хотела себе, и у меня соседка заказала. Да, классный помад Зарданьго. Так что нужно хватать, не раздумывая. Ну, ты отправляла у нас первый день каталога, я вот до сегодняшнего дня дотянула, думаю, одним заказом, сейчас все отправлю, вот проморгала, думаю, обычно на первую неделю бывает, а нет. Ну, здорово, кто успел, кто не успел, прям все очень сильно садимся и набиваем себе румяна, которые остались. Вот, и на последней странице у нас, как известно, обычно самые вкусные предложения, самые дешевые. Это новиночки, наши любимые, бюджетные и очень классные серии Discover. Вышли два новых вкуса, причем один женский, другой мужской. То есть еще даже можно как-то перед 23 февраля позаботиться о подарках. И как вариант, вот смотрите, я компоновала такие подарочные наборчики, например, гели-мыло, выходит всего 95 рублей. Ну, это наши цены. И гели-мачок всего 115 рублей, тоже наша цена. Гель 63 рубля. Это вообще, ну, где вы найдете такие цены? Мыло 32 рубля и мочалка 52 рубля. Вообще круто. Я то есть планирую взять каждую, наверное, по 5 штук. Даже если не останется, они меня будут нажать радовать. Или на подарки уйдут. Праздников впереди очень много. И всегда можно достать свои запасики и что-то оттуда выбрать. Тоже я считаю, это круто. Вот, ну, наверное, я на этом мои слайды закончились. Кто еще не сделал заказы, сегодня прям сидите, встайте и набивайте, пока склады не опустели. Запах классный, да, здорово. Вот, ну, я выхожу, сейчас у нас Даша подключится. Следующая Даша, да, она расскажет о том, что она любит. Кто уже успел попробовать, всем спасибо, внимание, пока-пока. Всем привет, как меня слышно, видно? Дайте, пожалуйста, плюсиками обратную связь, слышите ли вы меня? Ага, то есть моя презентация, да? Спасибо большое. Отлично. Все, спасибо. И спасибо, что загрузили презентацию, просто только прибежала домой. Да, правильно сказано, влюбленная в продукцию Airflame. Согласна, не знаю, есть ли новички, но на всякий случай представлюсь. Меня зовут Самойкина Дарья. Активно работаю в компании «Третий каталог». Но уже активно, естественно, пользуюсь продукцией и с радостью поделюсь с вами своими впечатлениями об использовании той продукции, как немножко что хочу. Можно следующий слайд? Да, не успела убрать. Ой, какие у меня маленькие слайды получились. Не очень видно, но ничего страшного. Расскажу вам так. На первом слайде у меня представлена пенка для умывания Optimal, серия Optimal. Для нормальной комбинированной кожи. Мне очень понравилась эта пенка. Я несколькими продукциями до Reclaim пользовалась. Было, к сожалению, наверное, в моей жизни не мыло и какие-то другие пенки, но вот гели. Это гель-пенка у нас. Спасибо, Лиля. Мне это очень нравится. Во-первых, она очень мягкая кожа. У меня обычно кожа после практически всех средств сушит. Не знаю, с чем это связано, наверное, и с водой жесткой. Лена права, теперь берем пример. И связано, наверное, со средствами, которые в составе не очень хорошими компонентами. Присутствует, но вот от пенки мне очень нравится, очень мягкая. Сама пенка по ощущениям, кожа после нее не сушит. И еще запах. Запах свежести мне прям очень приятно не умываться утром и вечером. Всем советую. Мне вообще понравилась эта серия Optimus. Я еще как-то рассказывала о молочке. Молочко. Тоже очень мне понравилось. Можно следующий слайд.
Здесь и сразу следующее, потому что здесь очень мелко, просто я хотела показать, что они, оказывается, есть у нас в третьем каталоге. Просто я рассказываю следующее, мне еще кто-то прилетит. Я рассказываю о капсулах Аква. Я была, когда готовилась именно к семинару, вот каталог смотрела, не поверите, раз в пять. И только когда готовилась к семинару, я увидела, оказывается, они у нас есть в этом третьем каталоге. Потому что я их заказывала маме, пробовала одну все-таки, стащила, скажем так, да, попробовала на себе. Они очень здорово увлажняют кожу, действительно. И все-таки расскажу, как у меня мама их восприняла. Вообще, у меня мама не очень любит. Не то, что не любит, она не привыкла выходить, вот как правильно сказать, правильно из своей кожи. Поэтому я ей когда подарила, я говорю, мам, я сама себе буду проводить эти процедуры, мы так с ней знаем, я такая, причем я сама себе буду наносить. И в итоге сначала я ей об этом говорила, а потом она такая, ну что, вечером, когда уже ложилась спать, у нас сегодня есть процедура. То есть ей очень понравилось, и она сама уже не забывала о том, что она хочет принять на себя вот эти вот капсулы, вот это прекрасное просто увлажнение. Они у нас закончились, я думала, ну когда же, когда они появятся в каталоге, оказывается, они встретимся здесь. Здорово, я обязательно их теперь закажу. Вот как я их сразу не усмотрела, не знаю, может, следующий сайт. Корректор для бровей, да, как-то на одном из выступлений я говорила о том, что я его хочу, кстати, я вам сейчас решила его прям показать, он у меня, мои бровки выразительные, это с помощью него. Смотрите, у нас семинар называется «Моя косметичка», это вот моя косметичка, она очень старая, она, кстати, Giordani Gold. Это мне еще когда-то мамочку я заказывала, и уже, наверное, лет 6-7. И здесь у меня лежат, вот посмотрите, какие они маленькие, аккуратные, это набор для бровей, для коррекции бровей. Тоже хочу себе, Юль, заказывай. Мне подружка, когда увидела его вживую, она удивилась, какой он маленький, какой он аккуратный. И как здорово здесь помещаются кисточки. Тут у меня еще одна лишняя кисточка, которая мне идет в наборе, это у меня, к сожалению, один из семей еще нет, компания Арифлейм. У них там нет отдела для кисточки. Я сюда еще убралась, у меня вот кисточка для теней. Очень удобно, малюсенький, красивый, аккуратный. Могу сказать, что я его активно использую, мне очень он нравится. Вот видите, еще тут зеркало. Очень, кстати, тоже удобно. В общем, он такой маленький, такой аккуратный, и есть в нем все. Это очень здорово. Я когда первый раз себе им попробовала сделать брови, я поняла, что у меня тоже все равно, что я один раз хожу за 500 рублей на коррекцию бровей и на показ бровей. А здесь я его, я не помню, сколько я его взяла по цене. Наверное, у меня вышло где-то 419 или что-то в этом роде. Просто он в прошлом каталоге был 319. Далее, спасибо, точно. С огромной скидкой я его взяла. В общем, советую, прям советую. Это очень здорово, мне безумно понравилось. Нисколько не пожалела, что взяла его. Можно следующий сайт. Да, в прошлом каталоге он был в этом каталоге он, к сожалению, без скидки. Вода X-Type, мужская вода. X-Type Sports. Здесь у нас представлено, лично я заказывала тоже в прошлом каталоге. Брату просто X-Type. Одна и та же линейка, не надо другой сайт, все правильно. Одна и та же линейка. Что хочу отметить, ну, вкус свежий, такая прям свежесть. Выбирал мой брат, он у меня очень любит свежий вкус. Что я заметила, он когда он наносил, он уходил на учебу, наносил эту воду утром. И когда он пришел где-то через 8 часов, я такая... Я почувствовала от него запах, то есть, знаете, вот он прошел мимо, я почувствовала запах, я его спрашиваю, а когда ты, во сколько ты часов нанес? То есть мне было интересно, насколько эта вода стойкая. Он говорит, да утром как-то. Ну, читала, получалось 8 часов, наверняка она еще дольше держится, просто вот так вот, да, не перетекали дольше. Так что очень здорово, чувствуется, как будто вот только-только он ее нанес, она очень стойкая и вкусно пахнет. Следующее. Лена, да, бери. Следующий слайд можно. Мужская продукция. И опять же, да, не сама пользуюсь, буду вам рассказывать то, какие у меня
впечатление у брата. Я ему в прошлом каталоге заказывала набор, пока знаю только впечатление о мыле и о пене для бритья. Когда еще советовала, что же мне заказать, говорила о том, что у меня брат очень чувствительная кожа, он далеко, очень далеко воспринимает не всю продукцию. Да даже если, например, после бритья говорит, он у меня только до этого пользовался детским кремом. Сейчас он просто в восторге от этой пены для бритья. Сразу после первого мне очень понравилось. Я не буду вам говорить, какими именно он мне словами этот произнес парень, да? Вот, но он был в восторге, правда, ему очень понравилось, мыло тоже понравилось, и он сказал, он не ожидал, он такой, наверное, мыли тоже есть ментол, потому что есть эффект морозности какой-то, свежести, немножко куда-то опять тороплюсь, эффект свежести ментолом, как будто вот всю кожу освежают от мыла, здорово. Можно следующий слайд. Там, наверное, будет мое «хочу», как мне кажется. Освежающий эффект от мыла, да. Следующий слайд. Мне, может быть, подбитло. Гель после бритья пока... Но у меня не перевернулось. Можете написать в чат, что там. Ну, я вроде бы помню. Там должен быть воздух. Да, точно. Спасибо, переснулась. Водичка. Безумие хочу этот аромат. Я дождалась. Сейчас скажу, какой. Это четвертый уже каталог, в котором я жду скидки на этот аромат. Вот. Давайте расскажу, почему я его хочу. Вот это просто удивительно, знаете, то, как компания нам преподносит и презентует свой продукт. Потому что я его еще не попробовала. К сожалению, ни в одном из каталогов нельзя стереть странички, понюхать. Пробник я себе заказала, он ко мне идет. По-моему, в пятницу ко мне наконец-то придет очередная, да, порция продукции, будет там пробник. Просто я даже пробник заказала не для себя, а для того, чтобы людям уже смогла тоже им поделиться, дать понюхать. Почему же я его захотела? Если не ошибаюсь, первый раз я увидела эту воду в каталоге номер 17, здесь половина разворота занимает презентация аромата. Там был занят полностью разворот, и на одной из страниц была египетская царица, а на второй странице был уже сам аромат. То есть мне настолько понравилась эта картинка, я подумала, у меня ассоциация прошла с каким примерно, да, стойким, очень дорогим, таким величественным, с ноткой какой-то загадочности. Я вот так именно снимаю этот аромат. Мне его очень захотелось. И это еще не все. Это мало, да, того, что я хочу. Почему я его, точнее, хочу? Потом я общалась с девушкой, которая тоже уже на протяжении года заказывает себе продукцию Oriflame. У нее одно время даже были пробники. И мы что-то с ней разговаривали про ароматы. И она такая, знаешь, какой бы тебе пошел? Начинает листать каталог. И я еще не говорила о том, что я хочу. Она начинает листать каталог именно на позу. То есть все, я такая думаю, круто, она-то меня знает, она, ну, мы с ней общаемся очень часто, естественно. Она знает примерно, какие я люблю ароматы, какие мне пойдут, то есть здорово. Ну и, конечно, Лиля, наша любимая Лилечка, меня убедила, когда я ей сказала, что сомневаюсь между одним и другим ароматом, она сказала, пользоваться не сравним, с каким ароматом нельзя. Что нет, Калин? Что-то отвлеклась, совершенно не читала чат. А, видели ли клип? К сожалению, нет, клип не видела. Вот, поэтому я... И вот, наконец-то, она довольно дорогая. Ну, для меня пока, да, скажем так, не из дешевых ароматов, довольно дорогая по деньгам. Я наконец-то взяла клип на этот аромат, я его обязательно себе заказываю, можно следующий слайд. На этой странице у нас представлена Этерия Спа. И мне очень понравилось, как презентовала продукт Лиля, опять же, на одном из семинаров по уходу за кожей, о том, как она рассказывала об этой маске. Не знаю, все ли были сейчас присутствующих, я повторю Лилину слова, почему я ее так захотела. Она сказала, что она очень хорошо убирает всем
Не только загрязнение, но и какие-то проблемы кожные. То есть, да, если есть прыщики, если есть угри, она все это вытягивает словно пылесосом. И даже у кого очень проблемная кожа, можно точно маску нанести, чтобы это все подсушивалось и это все вытягивалось. Нет, хорошо, это хорошо. Особых проблем, но вот, знаете, просто почистить, наверняка что-то внутри где-то там все-таки есть, и чтобы почистить полностью кожу, я решила себе эту маску заказать. Кстати, Лилия еще говорила о том, что вот благодаря тому, что она вытягивает даже невидимые проблемы, первые недели после нее, во время использования, не после, а во время использования, могут как раз вот вылезать все эти проблемы, но это нормально. То есть она все вытянет, и у вас кожа будет полностью чистая. Не подготовила еще один сайт, и действительно хочу сказать о шампунях. О наших шампунях. Знаете, я тоже заметила, ни разу не говорила об этом эффекте, но это второй в моей жизни всего лишь шампунь, который действительно я почувствовала, у меня очень резкие волосы, которые восстанавливают их. И первый был шампунь, не помню его название, мне когда-то давно советовала моя парикмахер, она меня предупреждала, что первое время у тебя дуром полезут волосы, те, которые слабые, луковицы, все равно они выпали. У меня действительно сначала лезли от шампуня волосы, меня предупредили, я не пугалась. А потом они восстановились то же самое, я увидела от серии экспертов, у меня сейчас уходят вот эти вот волосы, которые так или иначе я потеряла. Это здорово, потому что потом на их место у меня будут вырастать новые, здоровые, густые волосы. Вот такая моя презентация, могу следующий слайд, если не ошибаюсь, там уже мультивашка. Я без нее не могу, вы знаете. И снова, я вам обещала, потому что не раз еще вернусь к этому фильму, «Легенда 17», немножко, мне почему, мне кажется, это именно эта фраза, вы ее увидите, я вам ее сейчас проговорю тоже, очень актуальна нам. Может быть, кто-то из наших, хороший вопрос, Лили, да, кто смотрел фильм, смотрите обязательно, может быть, кто-то из наших партнеров расстроился, что он не прошел квалификацию на сайте. Смотрите, это же тоже практически самое. Давайте я вам прочитаю то, что за фильм. «Легенда 17 лет». То, как мы могли бы, да, это к себе переменить, я безумно люблю этот фильм, тут просто столько основополагающих фраз и столько моментов, которые можно перенести именно на наш бизнес. Ты должен жить. Понял? Жить и не ради Сочи. Жить и развиваться. Делать выбор каждый день. И честно, я вам сказала, у меня самой мурашки по коже. Просто посмотрите фильм, там очень много подобных истин. Всем спасибо за внимание и призываю вас к тому, что никогда не опускайте руки, даже если вдруг у вас сейчас чего-то не получается, идите вперед. Добивайте своих высоких целей. Не опускайте руки, если какая-то маленькая цель вдруг не получилась достигнуть. Знаете, как недаром говорят, проиграна битва, но не война. Все, всем спасибо. Не выходи. Хорошо, не выхожу из комнаты. Заканчиваю говорить. Чуть я устал сегодня. Погода, наверное, меняется. А, пришла девочка. Здрасте. Здрасте. Девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер. Не торопись. Выбирай с умом. Да что-то трудно, Анатолий Владимирович. С выбором в этой жизни. Я вот сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я? О, ну, Валер, ты что, слушай, дай мне выпить немножко. Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и водка кончилась. Ну, пойдем. Я тут знаю одно место. Просто хочу покоя, Анатолий Владимирович. Это несложно, Валер. Ты так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть.
Анатолий Владимирович, что так холодно? Так это сморг. Зачем морг? А как просил? Тихо, спокойно, никто не потревожит. Привыкай, Харламов. Спокойно, как прежде. Да кто тебе сказал? Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть. Я не еду в Канаду. А при чем здесь Канада? Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград? Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день. Твой номер 17-й. Его весь мир знает. Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай. Посоветуйся вон с ребятами.